минувшие выходные в республике зарегистрировано 10 пожаров. 6 из них сегодня ночью тушили в Новочебоксарске. В городе спутники загорелись 4 общежития и 2 многоквартирных дома. По данным регионального МЧС, телефон пункта вызова спасателей в минувшую ночь не умолкал. Минимальная разница между звонками составляла 3 минуты. Как сообщили в МЧС, во всех 6 случаях огонь возник по вине человека, причем это были умышленные поджоги. Например, в домах номер 13 по бульвару Зеленому и 5 по улице Восточной злоумышленники спалили электрощитовые, запихав туда бумагу. А в доме номер 1А по бульвару Зеленому огонь вспыхивал аж 2 раза. Сначала на общей кухне горел пластиковый стеллаж, затем общий балкон. По данным адресам уже неоднократно были выезда, пожары происходили именно по причине поджога. Погибших, пострадавших по данным пожарам у нас не имеется. Ликвидация пожара была признана в кратчайшие сроки. Ущерб по данным пожарам в настоящее время устанавливается. Направлен запрос в управляющей компании. Ведется работа с собственниками имущества. По словам Владимира Кандикова, в этом году поджогов в общежитиях и малосемейках стало больше. В прошлом году в Новочебоксарске произошло 10 возгораний, а в этом уже 23. Хотелось бы, чтобы избежать аналогичные пожары, просьба не выставлять свои личные вещи в местах общего пользования.